Всем привет! Сегодня у нас на обзоре телефон Blackview BV9600. И данный телефон имеет очень даже неплохой корпус, как по защищенности, так и по виду. Он довольно-таки не свойственен защищенным телефонам здесь. Итак, здесь телефон произведен из таких материалов, как стекло на передней части и стекло на задней части, спрессованное, матовое, все так как нужно. Также здесь есть на боковых рамках железные вставки и прорезиненный твердый пластик на верхней и нижней частях данного телефона, то есть защищен он довольно-таки неплохо, как от воды, так и от падений, так и от почти чего угодно. Защищен же данный телефон по двум стандартам IP68 и IP69. Что же, давайте посмотрим, что у него есть в комплектации и продолжим осматривать телефон. Итак, у нас здесь есть кабель подключения телефона к компьютеру, к телефону он подключается через USB Type-C. Также переходник с USB Type-C на мини-USB порт. Блок для зарядки данного телефона. Стекло для данного телефона, если вы любитель клеить стекла защищенные. Также инструкция для пользователя и наушники. На этом, еще есть специальная отверточка для того, чтобы заглушки разнообразные отковыривать. Где они у нас? Это чтобы доставать лоток для сим-карт. То есть довольно удобно, чтобы ногтями это не ковырять. И на этом комплектация закончилась. Итак, что у нас скрывается на боковых рамках телефона? С левой стороны находится настраиваемая кнопка, а также лоток для двух сим-карт и карты памяти. С верхней грани, как вы видите, ничего нет. С правой стороны находится сканер отпечатка пальца, клавиша блокировки телефона и качельки регулировки громкости. С нижней грани находится только разъем под зарядку, не защищенный заглушкой, потому что он и так не пропускает никакую воду, можете этого не бояться. Чуть позже мы, кстати, окунем данный телефон в воду и протестируем, как он себя там поведет. Также здесь есть специальное отверстие под микрофон. С задней стороны находится динамик, две камеры на 16 и на 2 мегапикселя, а также двойная вспышка. На передней части мы... Давайте откроем что-нибудь яркое. Итак, мы здесь можем видеть довольно-таки большой 6,21-дюймовый дисплей, который имеет тоже довольно-таки неплохое разрешение. А именно 2248 на 1080 пикселей. Это Full HD Plus разрешение, которое даже больше, чем Full HD. Что касательно производительности. В данном телефоне установлен довольно-таки мощный производительный 8-ядерный процессор Helio P70, который имеет мощность на каждом ядре в 2 ГГц, то есть этого хватает на все приложения и также на все игры. То есть мы чуть позже даже игры протестируем, посмотрим, как он себя здесь ведет. Давайте снимем пленку, чтобы лучше видеть дисплей. Итак, оперативной памяти в данном телефоне 4 ГБ, и я думаю, это всем понятно, что хватает этого абсолютно для всего. Своей памяти в телефоне 64 гигабайта. Также сюда можно установить карту памяти еще на 128 гигабайт. То есть памяти хватит абсолютно для всего. И давайте посмотрим, как телефон поведет себя в играх. Что можно сказать в итоге про телефон Blackview BV9600? Телефон защищен просто максимальнейшим способом, по двум самым мощным стандартам, как вы уже знаете.
Телефон имеет очень хороший дисплей с большим разрешением, имеет довольно-таки емкую батарею на 5580 мАч, что способно данный телефон держать во включенном состоянии при активном использовании вплоть до 2 суток, и это очень хороший результат как для смартфона. Также телефон поддерживает работу с 2 сим-картами и имеет очень мощную начинку, благодаря которой даже если вы захотите поиграть в игры, у вас это получится. И на этом все. Приобрести данный телефон вы можете в нашем интернет-маркете tuk.com.ua. Подписывайтесь на канал. До следующих видео.